Те люди, которые умеют прекрасно играть на рояле. Среди наших почетных и всегда жданных в нашем театре гостей присутствует композитор, который оформил много спектаклей музыкально, Татьяна Казакова. «Трудные люди», «Клавир для начинающих карьеру», «Деревенская жена», «Влюбленные». Я к роялю приглашаю композитора Игоря Рогалева. Мы поставили 7 атрибутированных спектаклей. Дон Педро и Вишневый садик, значит, исключены. Но начинается, как вам это понравится. Влюбленность, может, не поверить. Поэтому 7 роз я сразу преподнесу, они играют душа. Вот, кроме того, сейчас я себе напомню гениального Владимира Козловского, который, если люди моего возраста помнят, по телевизору показывали встречу, когда взлетел Гагарин, премьер прием, и к Козловскому подходит такой сильно подвыпивший Никита Сергеевич, говорит: «Вы, Иван Семенович, спойте нам что-нибудь». А Иван Семенович так как-то тоже был, как теперь я думаю, что он немножко так обиженно сказал: «Никита Сергеевич, я всю жизнь пою, поговорить хочу». Здесь какая-то есть мистика, потому что буквы ТК означают одновременно театр комедии и Татьяна Казакова. Поскольку все-таки сегодня Татьянин день, поэтому, значит, Татьяна. Тип тонкий, трепетный, творчески труднопереводимый, талантливо, темпераментный, турбулентно, травмоопасно, термоустойчиво, трудоголичка, тиранически требовательно, терпеливо только-только, тасует тусовки, танцуя тушуется, тастуя торопится, тормозя теряется, тащит тяжеленную тачку, титанически трактует тему теней, торпедирует трафик трепачей, тупиц, трусов, транжиров, тунеядцев. Терзая товарищей, тяжко тремолирует тысячу тонов, душа тоскуя. Терроризирует территорию торговли. Товары, тарифы, трубы, тумбы, тубы, табу. Торжество творения, творение торжества, те. Татьяна, ты театр. Спасибо, да, пожалуйста, Игорь, пожалуйста. Короткий дайджест с того, что пройдено, Ленин.
Спасибо.